Ладно, так, всем привет. Я спускаюсь. Фак. Я никогда не спускаюсь. Сколько здесь? А, черт, их слишком много. Это вторая часть. Да. Надо, кстати, всех убить. Их слишком много. Надо всех убить, да, кстати. Каких крабов здесь? Куча. Надо их всех убить. Ты куда пропустил? Здесь имею. Я не пропустил, я стреляю. Просто мне как бы умирать не надо. Кстати, да. Надо полазить по ящикам, может что-нибудь. Сколько тебе хелов? Если что там возьми. Ага, вижу. Блин. Ай! Чуть не грохнулся. Наконец-то мы записываем. Так, у меня появились гранатки. Опять спустили. А, су. Они тут все время вроде спускаются, так что. Наверное, да. Не, 90. Ладно, пошли. А, идем. Так, смотри, что у меня есть. Ну, не знаю, какая-то оружка. Неудачно телепортировалась. Да. А может и удачно. Мы же не упали. Так, и куда дальше? И потом. Ага. И сейчас покинем будем, дойдем до конца убить всех монстров. Все, отлично. А я через вентиляцию пойду. Молодец. А я тут пособираю всякого добра. Так, а эта зеленая жижа опасная, что ли? Надо их всех убить. Я так понимаю, они это как его, не умирают от этой зеленой. Радиоактивный вод. Вот точно, я только что придумал название для этой главы. Радиоактивные воды. Ну да. Нет, мне кажется, звучит. Да. Аптека, а там аптека, бери. О, я вижу, слушай, а куда нам идти? Она. Как нам дальше пройти? Дверь должна открыться. Она не открывается. Значит, мы, может, не должны спускаться вообще? Нет, я что-то помню, вроде должен. Но куда дальше идти, я не помню. Подожди, там где-то проход должен быть. Так, о! Дверь-то открылась. А походу я убил того монстра, и она открылась. Возможно. А тут это есть зарядки две. Вот, хорошо. Вон еще одна. У меня как раз мат. Так, ну что, с разбегу что ли? Ну, давай. Мне кажется, не там помню? Дверь откроется, блин, там походу тоже дверь откроется. А! Нет! Поздно. Я не знаю, что мне прыгать. Блин, поздно. Уже прыгать. А может как-то в воды податься? А, он еще дома. Слушай, попробуй, может это как его. Вода-то не опасная. А, подожди. О, эти появляются. Ресурсы. Я плаваю по воде, кстати. И, кстати, я тоже. Мы тут с тобой это как. Блин, тупили, блин. Думали, что это такие воды, как это. Ну все равно, я думаю, название менять не стоит. Да. Все равно как дело. О! Я дошел. Это ты дошел или я дошел? Я дошел. А нормально, я только появился. Я вижу, как название карты пишет. Там это плевал. Как говорил студент в Black Mesa Source, сейчас придется поиграть в Super Mario. Марио. Ну что-то у меня. Я что-то сказал Малио. Малио, блин. Супер Малина, короче, понимаешь. Украинский. Я чуть сам не упал. Фу, так, я не упал. You are. Снова не упал. Я опять не упал. И тут еще эти хит-крабы мешаются. Тихо. Нет! Так. Я уже почти до конца дошел. Ой-ой-ой.
Ой-о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 й-
А ты кто? А ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, привет. Опять вверх. О, нет, о фак, о фак. Колбаса хотя. Я тут заныкался. Пока ты там стрелял. О, наконец-то новая карта. Я не знаю, сколько мы уже играем, если честно, уже вообще. Надо было засекать. Ну ладно, если что, разделим на пару частей, если честно. Да. Если у меня не лагает, значит еще нормально. Давай, лифт. All players что-то там писало. All players must be proceed. Что-то там. Это мы должны... Три, два... Ни хрена не понятно, что-то пишет All player be... Просто надо всем зайти в лифт. Опять новый уровень. Фу, опять новый уровень, короче. А я уже перешел. А, тут я вижу, как называется. C1, A2. Уровень называется. О нет, нашествие этих крабов. О, электричество, это по моей профессии. Да-да-да, давай устраивай. О, смотри, что у меня появилось. Класс. Смотри, смотри. Что у тебя появилось? Электрик, на свет пошли. Гаечный ключ? Да-да. Смотри, может, у тебя тоже есть. Прикинь, есть. Класс. Только почему-то и у него там шкала, шкала здоровья. Я не понял почему. Наконец-то хоть и не только этим. Я через вентиляцию пошел. А я вообще рядом с вентилятором сейчас. Так, надо убить всех монстров, это самая большая фигня. О, привет, мужики. Я думаю, туда не надо идти, потому что там нету никаких лестниц. Если что, дверь там открыл. Кстати, фонарик тут долго держится, не то что... Вырубил. Это если того, посмотрю, тут эпик вообще творится. Ты похож на цаплю. А, помоги! Как? Я не могу убить его. Прикинь, я не могу его убивать, прикинь. Офигеть. Походу только свои могут. Я попью пока что. Нет, конфеты. Знаешь, что я сейчас делаю? Давай мне конфеты. Ты еще, блин. О, пути меня ХП восстановилось из-за этого. Подлечи меня, пожалуйста. Сейчас. Ты похож на Робокопа. Ты лучше. Ладно, куда там мне нами? Что за таракан бегает, а? Вот. Кто так запустил черную мессу? Куда дальше? Так. От тебя идет свет. Причем фонарик не видно. Куда? Сюда. Граната где-то. Ох, фак! Ааа, я бегу, их слишком много. Они со всех сторон меня. Хорошо, что дверь открыта. Я сейчас гранаткой кину. Смотри, в меня не кинь, гранат. Зачетно. О, дверь. А, там тоже электричество. Да сколько же вас здесь всех вылазит? Собака. Дробаш! О, ништяк. Мне там нет дробаша. Блин. Ааа, печаль. А, он сейчас восстановится, точно. Ну ладно, пошли пока. Через пару секунд он восстановится. Нет, не через пару секунд, надо подождать подольше. Так, она мне наверх. Там... О, появился. Сейчас, так можно взять дело бесконечные патроны. Ну да. Ну мы не читеры, пойдем дальше. О, там еще патрончик. А, это пистолет. Так, пошли сюда. А, нам туда не пройти. Видишь, невидимая эта преграда. Точно. Пошли сюда, где электричество. А, точняк, сюда надо идти. Ну ты электрик, ты тут пока справляйся, я здесь. Все-таки я только... Слышь, что говорю? Электрики пусть в этой комнате будут. А я сейчас пойду.
Да, я сейчас... Так, надо как-то вентиляции добраться. Блин. Ух ты, собака! Все, я отключил. Крабище. Ты похож на... А, тут турель, турель! У меня мало хп. А я пошел через этот. Кто тебя? Вентилятор. Так, эту турель можно убить? А, там. А ты где вообще? Я не знаю. Есть, я уничтожил турель, и у меня осталось 2 хп. Сейчас я приду. Мне главное знать, где ты. Говори, куда ты и шел. Да я поднимался. Да. А, по ящику. Блин. Так, мне бы сейчас здоровье подлечить. По ящику. Да, он понимает. Вот, наконец-то. А здесь проход был. Дверь открыта. Слабый. Так, слушай, у тебя сколько хп? 100. Смотри, видишь вот эту сломанную турель? О, моб челлендж. Погоди, погоди, за тобой хиткрафт. Все, нету хиткрафта. Ты меня подлечи сейчас немного, а то у меня много хп. У тебя загрузка пошла? Да, у меня уже закончилась. Мне еще идет. Это C1, а там... Подлечи меня... А, у меня 100 хп, я только сейчас заметил. Оба-на. Отис. С нами идет Отис. Блин, Отис, дурак. Нифига себе, это Гитлер. Так, слушай, там... Так эту часть назовем. А, это может быть еще в этих водах. Гитлер. Спать! С тобой там это, хитра. А, я сейчас, я помогу. Дебилы, во дебилы. Телек не работает. Нашего это убили, видать, Отис. А, нет, вон он сражается. А, убили. Как? Все. А, вот он по мне. А, ух, нифига себе, сколько тут монстров всяких. Ты посмотри, здесь разные. Вижу. Это рандом мопс. Вот это здоровый. Я же говорю, тут разные монстры. Там всё. Написано было добавлено новое оружие, новые монстры. Мы его мочканули. Хотя, скорее всего, его мочканул Одис. Пока я там ныкался. Здорово. Давай после Half-Life пройдем The Hunger. Возможно. Если у нас получится. Кто знает. Тоже коп. Что, что есть коп? Так, здесь кто-то... А, мужик. Мужик дебил. Да дойди ты с дороги, придурок. У него здоровье не кончается. Убей его. Просто надо нажать на него. А! Мне током шибанул. Я электрик. Ты должен носить с собой противо это, как его? Противо электрическую броню. Отлично, взял. Так. Да мне, подлечи меня, пожалуйста. Я свет включил. Сейчас, погоди. Да будет свет. Сказал электрик. Сказал я. Да ты, блин, я тебя лечу, а ты меня бьешь, неблагодарный, спасибо. Я тебя все равно не убью. Да тебе бы было бы приятно, если бы тебя били. Назовем эту часть радиоактивный Гитлер. Так, давай проходить, а не думать, как мы назовем эту часть. Да я знаю. Это был мой... Нет, это не мой
Я попью пока. Я хотел нормально попить воду, а вы... Красноглазый. Автомат с чипсами? Ну ладно, я тебя сломаю. Я сломал автомат. Молодец, возьми с полки пиражу. О, нифига себе. Иди сюда. Вернись назад. Посмотри, что я наделал. Если ты не заметил, я это сделал с предыдущими. Так, там турель. Нету турели. Так, смотри, и по ящикам иногда может быть что-то полезное. Не вот таких. Не таких. О, наконец-то. Прикольно проходить Half-Life. Да, давно не... Ностальгии, так скажем. Да еще двое мы быстрее пройдем. Да. С1, а 2Б. О, Барни. О, у меня сразу дробовик. Только у меня патронов меньше, чем тогда было. Чё за несправедливость? Так, ну я все равно пока похожу. А я не знаю, где ты. Внизу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гранаты. Гранаты, гранаты. Нет. А, вот, еще один гранаты. Хотя они у меня по максимуму. Смотри, здесь еще больше гранат. Причем они еще бесконечные. Нифига себе монстры! Нет! 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 Ты где? Ты где? Ты где? Нет! 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 Ох, нифига себе, как он взрёт! Нифига себе, смотри! Я тебя спас! Так, по мне сейчас кто-то током. Крабы. Крабы током не умеют. Кто-то мне током... Я полежу немножко. Так, надо перестать тратить патроны дробовика. Все, я беру первый. Ты внизу был, да? Все. А, там дверь есть. Там кто-то есть, но там закрыто. Ого, там зомби, там огромный зомби опять этот. Ну чё, как насчет гранатки? Давай. Он все равно, он отбежал, когда ты гранату кинул. Подох. Уверен? Чё, прикинь, такой выскочит. Так, а где его труп? Наконец-то. Трупа нету. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, сколько уже, насколько записалось. Но когда будет лагать, тогда уже остановимся, честно. У кого первого залагает? Так, здесь же равен... Ты записываешь, как я? Ну, на один диск, короче, я записываю. Да, у меня есть специально свободный диск. Прикинь, вообще пустой. Я туда только записываю. Значит, у меня первого залагает. Не советую тебе, не советовал бы тебе туда залезать, их там слишком много. О, мясо, я буду жрать. Полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Жри меня полностью. Так, тут помидоры, огурцы. Нет! А, скотина! Нет! 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 Где? Нет! 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 Спасибо! Он на меня переключился! Он на меня переключился! Так. Чё это? А, он так будет вечно ехать, точно. Нам надо только вылезти наверх. Надо. Я знаю, куда надо. Надо по воздуховоду залезть.
Лестница только здесь. Вон уже. Аккуратней. Okay. Ты там это, тормозишь мой ход. Есть. Поскидывал я. Ого! В ящиках что-то его было. Ты немножко тормозишь? Нет, нормально все. Было. Ой, все. Вот такой прикол, ты заходишь, такие звуки, ааа, будто тебя убили. А я их слышал, кстати, кажись. Так, я возьму на всякий случай этот, вот знал, что всякий случай будет. А здесь кровь, здесь какого-то мужика тащили. А, вот. Вот этот мужик, смотри, это он кричал. Где? Я тебя не вижу. Ты впереди меня или сзади? Сзади. А, вон ты где. Я вижу, как ты светишься. Потому что я включил подсветку. Так, здесь прямо неудачно расположился барнакл. Да, да. Убей его! А, спасибо. О, нифига себе, сколько всего повалилось. Переел. Кстати, мне кажется, или здесь вообще все текстуры друг. Не помоги, 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 97, 95. Чё ж ты лезешь-то? Я нечаянно как-то, если честно. Как туда залезть-то? Ну да, давай, решай куда, чё стоишь-то. Видишь, поднимайся наверх, там какой-то проход есть. Вот, там проход. Как ты выбрался? А, понял. Я туда полез по воздуховоду. Вот опять твари полезли, разные. Блин, чё я спрыгнул? Почему у меня спрыгнуло, а? Ааа, у меня фонарик вырубился. Мне страшно в воздуховоде, тёмно. Сейчас я приду. Электрик идет на помощь. Называй просто Саня. Смотри, вот прикольно, наверное, выглядит, да, я впереди, и ты фонарик включил. Да. Вот. Так из цепы прям, да? Ага. Резкие рожи. Неожиданно. Кстати, вот сделали бы это в СЦП как в Сурвайверсе. О, да. Чтобы можно кооперативом было проходить. Конечно, следующая карта. Так, надо вот скоро заканчивать вторую часть, мне кажется, или нет. А если что, разделим на пару частей, если... Да, просто давай снимать, пока не залагает. А когда залагает, это... Нифига! Что за... Когда залагает, просто это... О, ящик, я ящик проверю. Чё? Ты смотри на это, смотри скорее сюда, сюда, сюда. О, блин, исчез. Тут череп в воздухе был. Так, а мне кажется, или мы здесь уже были? Тут двери, оказывается. Да, мне кажется, мы здесь были. А, мы просто двери открыли, слышь, нам на лестницу. Так мы же уничтожали эти, как его, ящики. Не, нам на ле... А, давай убьем себе значит, вот крабов. Значит, это другое. Опять уровень. Значит, взять тебя, взять тебя. Дверь кто-то открыл. А, помогай мне. Само лучшее оружие, это монтирок. Против хит-краба. Но не против тех здоровых зомби. Мы сюда не можем пройти. Вернись назад, я знаю, куда идти. Кто бьет? Ай-яй-яй-яй. Вернись назад. Да ты собака. Меня тут убивают. У меня 26 хп. Давай я тебя подлечу. Help me, please. Давай. Включай, я сейчас убью там. Скажешь, когда все. Все. Полечи меня, у меня 7. А хотя не надо, у меня 70. Смотри. О! Оба-на! Оба-на! Смотри, что у меня, парниша. Какое оно по списку? Кто? Это оружие. Не знаю. Вот смотри, здесь они лежат. Забирай. У меня вообще дробовик. А! Оба-на! Ну а УЗИшки, если ты про чё? Это будет да? Часть УЗИшки.
Так, я пока... О, тут можно одну взять, можно...